Уникальный продукт с запатентованным экстрактом Виватон. Только сегодня главное предложение дня – зубная паста. Сразу же третий тюбик вы получаете в подарок. И цена только сегодняшнего дня – 1249 рублей с бесплатной доставкой. Средства для устранения воспаления пародонтоза, пародонтита, гингивита, кровоточивости десен, желтизны до зубов. На нашем телеканале нет ни одного телезрителя, который бы не знал эту пасту. А самое главное, что это наш хит продаж. Уникальные 207 компонентов в экстракте Виватон. И сегодня главный вся любимый, плазма крови. Именно основатель бренда, академик 7 академий мира, профессор, человек года, многочисленные звания, ордена, награды. Александр Михайлович Савелов-Дерябин. Мы вас очень ждали. Да, 207 макро-микроэлементов. Mm-hmm. Это чтобы каждый человек понял, все в сравнении познается. Так. Вот представьте себе, что мумиё самое крутое, тибетское, там угу. лезут на горы, разбиваются люди, продают его дорого. Вот. Но там самое большое 47, это тибетское, угу. а у нас 207. Вот представьте себе, что здесь вся плазма крови по своему составу. Вот в этом преимущество, что это иммунокорректор, а не иммуностимулятор, как все остальное. Вот теперь я хочу рассказать историю, самую главную. Вот смотрите, со времен далеких-далеких наших предков, это Гиппократ, это Ибн Сина, Авиценна тоже, да, это и всех их ученики, и Альберт Швайцер, и Антон Павлович Чехов, великий врач, не только великий драматург. Вот. И вот все они, никто никогда не достиг таких высот, как достигли наша фирма, научно-производственное объединение «Виватон». Научно-производственное объединение. Угу. Вот почему? Потому что как-то однажды ученики Авиценны, все люди умирали, назывался болезнь живота, и вот они все как бы погибали. И вот они не могли никак понять. И когда-то там инквизиция же, конечно, сильная была, не дай бог, там, чтобы вскрыть значит, труп, это исключалось. Ну, потихоньку вскрывали. Угу. Вот, и один из учеников вскрыл и спас потом уже значит, шаха, который как бы болел болезнью живота. Но ампутируя, например, эту опухоль, например, все равно через 6-7 месяцев люди все равно умирали. Угу. То есть никто не достиг до... Нас никто не достиг, например, таких результатов. У нас сегодня этих результатов просто пруд-пруди. Угу. То есть без операции, терапевтическим путем люди начинают работать, и не просто опухоль, непонятно, злокачественная или доброкачественная, тогда не знали этих понятий. Вот. Люди все выживают, то есть те, которые исполняют все наши рекомендации. То есть рак стал как бы второстепенным процессом. То есть, например, вот такую болезнь, как, например, гипертоники, гипотоники, очень тяжело регулировать, потому что это психика в основном, да? Это зажимы, завалы, например, в шейных отделах, позвоночнике, мочеполовой системе. А вот то, что касается... Это трудно с этим справиться, потому что это зависит от человека, как он себя будет вести, как он будет реагировать на этот мир, который сегодня, к несчастью, правит сатана. И вот это трудно. А вот такие, например, вещи, как самая злокачественная опухоль, и вы посмотрите в интернете, дается много-много информации. Например, вот крайний был, это вот полковник значит, службы, который работал значит, в центральном аппарате. Угу. У него карцинома, вот такая злокачественная опухоль, весь желудок. И все клиники отказываются. И вот после того, как он как бы нашей методикой начал работать, он полностью выздоровел. Вы послушайте его интервью, посмотрите его заключение до и после и сделайте для себя вывод. Если даже один человек, а их уже море, угу. если даже один человек, услышите меня, выздоровел, значит, это реально. Значит, это реально. Раньше это был целый триумф, когда ученики... значит, Ибн Сина, Авиценны, спасли, вырезали опухоль, ну, хирургическим путем. И это была сенсация. Эти врачи стали самые великие, недосягаемые. Правители им кланялись. Так.
А сегодня плюют на это все. Почему? Потому что правит сатана пока. И вот нужно понять, и вот вы просто посмотрите эти все достижения, соберите кубик Рубик и поймите, что сегодня против человечества идет процессы, чтобы уничтожить нас, чтобы мы много ходили в аптеку, чтобы мы покупали эти безумные препараты, которые стоят сумасшедшие деньги. Люди все отдают туда, все свои зарплаты, когда можно все самому в домашних условиях все создать и все сделать. Вот просто послушайте, почитайте, поинтересуйтесь. Не какой-нибудь фейк, который каждый день сегодня выбрасывают, значит, в интернете. Вот, нажмите точку сюда, нажмите сюда. Это глупости все. Это вы можете чуть-чуть притупить что-то, да. Потому что это было далеко-далеко в те далекие-далекие времена, что мы далеко уже ушли вперед. Но лечить-то, лечение изнутри. Почему? Потому что сегодня все лживо. Почему? Потому что это называется Министерство здравоохранения. Охранять здоровье. А вы знаете хотя бы одну клинику или поликлинику, которая охраняет наше здоровье? Нет. Вот с этого вранья и начинается. Как корабль ждут. Назовешь, так он и поплывет. Александр Михайлович, поэтому вас так ждут. Вы помогаете, вам звонят. Да, и сегодня сколько уже звонков было. И я всегда говорю, Александр Михайлович говорит, молите Бога обо мне, о нас, конечно, чтобы наши телезрители были с нами, дорогие. У нас сегодня сразу 3 тюбика зубной пасты за 1249 рублей помогает. Всегда восстанавливает эмаль, устраняет кровоточивость десен. Удивительный невидимый эффект отбеливания и улучшения состояния десен и зубов. Сегодня вместе с нами мы представляем уникальный компонент, кстати, с бесплатной доставкой. Даром. Специально для вас. Даром. Уникальное предложение сегодня для всей семьи. Сразу 3 тюбика зубной пасты и лучшая цена.